Я просто что хотел сказать, что когда вот условно первое поколение относительно сильных китайских шахматистов, было совершенно очевидно, что они пришли в шахматы из китайских шахмат, а китайские шахматы, ну, в силу разницы правил и в силу того, как бы, как выглядит игра, китайские шахматы – это игра чрезвычайно счетная. То есть там позиционная игра, может быть, и есть, но она очень быстро переходит в соревнование счета. Насколько я понимаю, опять же, я не играю в китайские шахматы, но из того, что мне говорили, из того, что мне объясняли, там тактическая составляющая очень перевешивает на стратегической. И китайцы были очень приличными счетчиками, но при этом, если с ними удавалось завязать какую-то тягучую позиционную, то видно было, что они плавали в этом во всем, и это не была их стезя. А новое поколение китайцев, условно, для меня, скажем, может быть, первым таким был, господи, что же у меня с именами-то сегодня, Ван Ю. Ван Юэ, как сейчас принято Ван писать. Ван Ю вырос из Бу. Бу был первый шахматист, который вышел не из китайских шахмат, а он вышел просто из массы как это, плодородной китайского чернозема. Просто. Ниоткуда, а просто вот он был маленький мальчик, способный, вот из системы китайской его подготовила, как шахматиста. И поэтому он был отличительным его особенностью, что он играл в позиционные шахматы, чем выделялся. А вот на его место уже пришел Ю, который вообще не считал варианты.